Юный художник из Ульяновска, покоривший столицу России, представил свои работы и на малой родине. В музее «Симбирское купечество» открылась авторская выставка Вильдана Назмитдинова «Такая разная акварель». Тематика работ, представленных на выставке, широкая. Натурные зарисовки фруктов и цветов, композиции на темы художественных и литературных произведений, пейзажи нашего города и виды Черноморского побережья. Многообразие сюжетов объединяет любовь автора к акварели с ее богатыми исполнительскими возможностями и художественными приемами. Экспозиция включает работы, выполненные как во время пленэрной практики, так и во время прохождения курсов на базе образовательного центра «Сириус» в городе Сочи. После того, как я поступлю в университет, хотелось бы, конечно, в это верить, я планирую дальше заниматься не только живописью, но и, допустим, скульптурой. Мне это тоже стало интересно после поездки в Сириус. Но рисовать это, конечно, будет у меня на всю жизнь. Я нырнул туда с головой и думаю, что буду заниматься этим действительно всю жизнь и посвящу себя полностью. Несмотря на юный возраст, у Вильдана уже есть признание в творческой среде. По итогам участия в конкурсах регионального проекта «Откроем времени лицо» Вильдан был номинирован на получение медали Дома Фаберже «Юный художник» в Москве. Звание «Лучший художник сезона 2018-2019 годов» ему было присвоено на церемонии ежегодной международной премии в области детского и молодежного творчества «Артист-2019» в Санкт-Петербурге. Выставку молодого автора можно увидеть, напомню, в музее «Симбирское купечество», адрес улица Ленина, дом 75А. Экспозиция будет действовать до 9 мая.